Всем привет. В начале лета сделал вот такую конструкцию. Это будет детская площадка. Сегодня приехал устанавливать перегородки. Перегородки будут устанавливаться вот в эти пазы, которые я прифрезеровал заранее. На площадке нет ни одного шурупа сверху. Все доски прикручены изнутри. Сейчас сниму перила и попробую запихнуть в эти пазы фанеру. Фанера 12 миллиметров. Ну, в общем, вот такие вот перегородки будут, ограждения. Покрыл это все маслом, воском, с дегтем, как и вся площадка покрыта этим составом. Отброшировал, и получился рисунок вот такой. Честно говоря, я брошировать не собирался вначале, но, как оказалось, это самый эффективный и простой способ ее шлифовки. Тем более у меня такой рисунок. Ну и получилась еще и фактура. Поэтому сейчас попробую это все запихнуть туда, что, похоже, не просто получится, потому что дождь прошел, да и осень уже, и разбухло, похоже, все. Придется немного помаяться. Ну, посмотрим, что получится. Вот поставил две стороны, калитку поставил. Как я ожидал, сразу не полезли, пришлось немного попризировать. Ну и стало побыстрее сейчас получаться. Вот так примерно выглядит все. Снег выпадет, будет, наверное, на контрасте будет хорошо смотреться. Вернее, еще лучше будет смотреть. Попрошу хозяев, чтобы фотографии мне выслали. И добавлю в конце видео. Здесь получилась калитка. Здесь два листа склеены. Ну, не два листа, а рамка сделана. В общем, короче, не видно уже ничего.